Что вернуть, не остановить. А патрывашкиры я упустил. Нужно хотя бы... О, фонарей! Молодой человек. Что? Фиалка! С виду нормальный. А давно с ним это происходит? С тех пор, как Хелен вышла работать. Она в курсе? Смеешься? Как я ей скажу в такой момент? Мало ей на службе забот. Это должны сидеть дома. Что же тогда, мужчины будут спасать мир? А, не спасают. Я обязан справиться, чтобы она справлялась, чтобы мы все справлялись. Да ясно, Боб, ясно. Сколько ты спишь в сутки? Кто считает, старик? Ты решил, что мне с ним не совладать? Ай, да это ж младенец. То есть помощи не надо, у тебя все под контролем, да? Ох ты! Сынулик, кто у нас печеньку хочет? Ням-ням, печенька. Кто там хочет? Ням-ням, ням-ням, печенька. Печенька. Вкусная. Где? Печенька. О, вот это-то. Погоди, он что, слышал, как ты звал его там, из где... Из другого измерения, да. Это, да, необычненько. Что? Новый эластицикл. Эластицикл? Не знал, что у тебя был байк. А еще ирокез. Ты многого не знаешь про жену. Да, но ирокез? Он меня не красил. О, да. Он электрический. И что это значит? Это значит, он мощный, но я привыкну. Все будет супер. Конечно, будет. И у тебя тоже. У нас обоих будет супер. Пока, милый. Представляют. Смотри за Джек-Джеком. А я думала, мы тоже. Не спорь с мамой. Я не собираюсь одна быть нянькой. Мы хотим зло побеждать. Они ребята. Этим летом они больше, чем суперсемейка. Они семья. Ты же решил пример. Ответ совпал. Ответ совпал. Суперсемейка 2. В кино с 14 июня.